Всем привет! Сегодня я вам хочу показать замечательный скрипт, и он помогает дизайнерам и микростокерам собирать сеты в автоматическом режиме. Есть пакетная обработка, можно отправлять на файлы, можно работать в одном файле, можно собирать сеты из большого количества объектов, из маленького количества объектов, на нескольких артбордах, либо на одном, разбирать их, пересобирать. В общем, дофига опций, и скрипт очень интересный. Давайте перейдем сразу к примеру, чтобы было видно, о чем я говорю. В первую очередь с помощью этого скрипта будет удобно собирать иконки. Вы видите рабочий файл, здесь есть всякие заготовки и прочий мусор, его мы удалим. А теперь из этих иконок, которые уже нарисованы, мы будем собирать набор. Но в первую очередь нужно, чтобы вы убедились, что иконки сгруппированы. Либо объекты, либо логотипы, все, что вы там нарисовали, и все, что состоит из составных частей, оно должно быть сгруппировано. То есть если у нас это будут какие-то отдельные кружочки, квадратики и прочие объекты, скрипт не поймет, что это одна иконка, и растащит их по частям. Поэтому, пожалуйста, их сгруппируйте, чтобы это были группы. Итак, когда вы подготовили свой файл, просто выделяем все наши объекты и запускаем скрипт. Кстати, скрипт мы запускать в процессе этого видео будем часто, да и вообще в процессе работы он вам может часто понадобиться, поэтому я его посадил в Actions. Сделал специальный Actions, в который с помощью Insert Menu Item команды впихнул наш скриптик и посадил его на горячую клавишу F5. То есть мне не нужно лазить в файл скрипт, мне не нужно пользоваться какими-то панелями, я просто выделяю наши объекты, нажимаю F5, и вот оно, окошко скрипта. Что здесь есть? Для создания сета, набора элементов, тут имеются параметры. Количество строк, rows, в данном случае я себе поставил 3 строки. Объекты будут в 3 строчки распределяться. Columns – это количество колонок, то есть по вертикали то же самое. И дальше идут размеры объектов в наборе. Это ширина. В подсказке тут написано, что если вы вбиваете нолик, она не меняется. То есть какая исходная у объектов была, такую скрипт использует. А все это отступ. Отступ от края артборда. В данном случае я выбрал, чтобы отступ был равен 100 пикселям. И нажимаем Go. Set собран. Если вы решили, что результат работы скрипта вас как-то не удовлетворяет, хочется что-то поменять, то прямо тут же в окошке изменяем, допустим, размер, пускай он будет 280, да? А отступ мы хотим сделать чуть-чуть побольше, пускай он будет 120. И снова нажимаем Go. Скрипт выполняет заново сборку набора, и мы видим, что все стало так, как мы установили в настройках. Когда вы считаете, что скрипт свою работу выполнил, нажимаем Exit. Вот такие вот у нас иконочки. Очень часто в процессе работы над набором у вас возникнет желание какие-то иконки поменять местами. Например, эту банальную увеличилку мы хотим поставить сюда вниз, а шляпу хотим поставить сюда наверх. Для этого просто вот так вот перетаскиваете ваши иконки, а для выравнивания просто выделите все объекты, снова запустите скрипт и нажмите кнопку Align. И автоматически наши сдвинутые объекты выровняются в позиции набора. Имейте в виду, что настройки при нажатии на кнопку Align должны быть те же самые, чтобы матрица для построения набора не изменилась. Если вы настройки поменяете, то скрипт это учтет, но не всегда это получается красиво, да? То есть мы нажали Align с уменьшенной шириной объекта, и он их уменьшил, соответственно. Но если мы поменяем, допустим, количество строк и нажмем Align, то у скрипта не хватит позиций для текущих объектов, он напишет ошибку. Поэтому с настройками при выравнивании тут нужно немножко думать, куда и чего вы в итоге потом собираетесь выравнивать. То есть, если что-то непонятное такое вы сделали, нажимаете Ctrl-Z, откатываете, и все возвращается. Точно так же ошибка при лайне может выскочить, если вы два объекта поставили слишком близко с одной позицией для выравнивания, да, вот, например, вот так вот. И скрипт тут не поймет, какой из этих объектов вы хотите в эту позицию поставить. Давайте запустим его, нажмем Align, и вот тоже он написал, что что куда поставить, он не особо понял. Поэтому
расставляя объекты для выравнивания, вы их просто, допустим, меняете местами, примерно около одной позиции держите один объект, и он их тогда выравнивает корректно. Откатим назад, и все у нас в порядке. Помимо этого, не забывайте, что размер всех объектов можно менять через Transform Each. Эта функция вызывается через правый клик, либо Alt, Ctrl, Shift, V. Здесь у нас есть Scale, да? Мы можем иконки наши уменьшить синхронно, да, допустим, в процентах, до 80%. Можно задать поворот, но для данного случая оно не так, чтобы прям актуально. Да? Давайте попробуем 45 градусов. Ну и размер нам нужен тут, конечно же, больше. Пускай будет это 120%. Нажимаем ОК. И вот получили мы иконки под углом какие-то. Какие-то, которые были под углом, встали прямо. То есть, в общем, экспериментируйте. Можно поделать всякие интересные манипуляции. На этом примере я хочу показать вам разборку набора. То есть, если у вас есть файл с большим количеством объектов, вы можете его разобрать на сеты поменьше. То есть этот заголовок мы удалим. Тут даже я не буду их считать, эти иконочки. Также, да, как в прошлом примере, они все сгруппированы. Я их просто выделяю, вызываю скрипт, и я хочу, допустим, собрать, ну, такие стандартные наборы. Ориентируюсь на этот вертикальный артборд, пускай это будет 4 строчки на 3 колонки, да. При этом ширину и отступ тоже мне считать как-то лень относительно артборда. Я выбираю опцию автоматически, автоматического расчета. В этом случае здесь вы можете подсмотреть формулы, опять же, в подсказке, как считается ширина. Берется ширина нашего артборда, делится на количество колонок, то есть на тройку, и умножается на коэффициент, который вы здесь сами пропишете. И отступ берется, вот эта вот ширина, которая посчиталась у нас, умножается на другой коэффициент, которого, опять же, сами здесь пропишете. Если вы, ну, не сообразите, опять же, как настроить эти коэффициенты, просто вы их не трогайте, оставляйте по умолчанию и смотрите на результат. Нажимаем Go. Вот у нас собрал такие наборы, да. И тут мы как бы думаем, все окей, но размер иконок хотелось бы, чтобы был побольше. Размер — это ширина, вот она. Коэффициент здесь 0,3. Побольше, ну, увеличим его на 0,2, пускай будет 0,5. И пересобираем набор. Нажимаем Go. Все отлично, но автоматическое у нас отступ посчитался слишком большим. Да? Мы его тогда уменьшаем. Пускай он как раз будет тоже 0,5. И вот, в принципе, да, даже не 0,5, 0,6. Вот, в принципе, приемлемый вариант. Да? Нажимаем Exit, выходим и смотрим, что у нас получилось. Скрипт разобрал наш большой набор на наборы поменьше. У нас получилось 6 полных артбордов, и 7-й артборд заполнен не до конца. Но, опять же, мне было лень считать, чтобы ровное количество получилось. То есть скрипт достаточно сообразительный в этом плане. Места ему, если не хватает, он делает новые артборды. Те артборды, где не хватило объектов на количество позиций, он оставляет пустые места. То есть банально для этого набора можно будет вот так вот все сдвинуть вниз, дорисовать здесь еще одну иконку и тут написать просто какой-то заголовок сверху, и будет там набор поменьше. Вот и все. И еще одна функция, которая позволяет разбирать наши наборы вообще на серии иллюстраций по одному объекту. Для этого мы выделяем, допустим, вот эти вот все лейблы. Понятно, что они у нас сгруппированы, чтобы ничего не развалилось в процессе работы скрипта. Фон мы при этом не трогаем, потом с ним разберемся и вызываем скрипт. И у нас стоит задача этот набор разобрать на серию одиночных картинок. Как вы уже догадались, мы прописываем в количестве строк и колонок единички. Снимем нашу автоматику. Пускай ширина объекта, тут она уже хорошо подобрана, не меняется, она будет нулем. Нажимаем Go и получаем следующий результат. Далее можно выйти. Работа скрипта на этом завершена. И мы видим наши объекты по одному на каждом артборде. На первом артборде у нас остался фон. Опять же, чтобы изменить их размер, чтобы они были побольше и пропорционально увеличились, и нормально заполняли размер артборда, мы вызываем наш Transform Each. Здесь только мы нолик пропишем, а здесь 200. Два раза увеличиваем наши объекты. Нажимаем ОК.
Вот получаем такой результат, который, в принципе, уже нас удовлетворяет. Если нужно, чтобы они были больше, опять же, без фона их выделяем, можно еще раз ее вызвать, еще там, ну не в два раза, там, а на 10, на 9% относительно нового размера ее, их поднять. Но я считаю, что нормально, поэтому cancel отменим. Теперь что сделать с фоном? Фон я сейчас просто вставлю на все остальные артборды с помощью функции Past Null Artboards. Она вызывается Alt, Ctrl, Shift, V. Ну, вначале нужно его скопировать, да? Я его копирую, Ctrl-C, теперь Alt, Shift, Ctrl-V, и у нас в каждом артборде появился такой же фон. Осталось его только сохранить. Теперь давайте поработаем с функцией Batch. То есть помимо того, что мы сейчас посмотрели, как скрипт работает в одном файле с текущими объектами, которые вы туда как-то скопировали или открыли, или нарисовали, или еще что-то, то скрипт можно натравить на папочку, где лежат много-много файлов векторных. Он их сам откроет и сам обработает. Для этого сделаем первый наш файл, текущий документ. Запустим скрипт. Предварительно, соответственно, мы сложим наши векторные картинки. В эту папку сложил тестовую 0.1 ее назвал. Здесь отдельные EPS-ки. В каждой EPS-ке у нас по иконке. Да? Давайте сразу вырубим пока скрипт. Сразу покажу, что в каждом файле лежит. Откроем первый. То есть здесь в каждом файле по одной иконке. При этом иконки, ну, либо другие объекты, которые вы рисуете, желательно, чтобы они были сгруппированы. То есть составные части у них также не разваливались. Если вдруг они разгруппированы, то есть функция автоматической группировки. Но при этом имейте в виду, что скрипт сгруппирует все. То есть если у вас здесь по несколько иконок, то скрипт сгруппирует их все вместе. То есть в этом случае, если у вас по несколько объектов в файле, группировать их придется самостоятельно, либо просто если вы рисуете аккуратно и удобно, у вас все заранее сгруппировано, то как бы вам будет в плюс, ничего делать не надо. То есть для примера давайте вот этот файл разгруппируем. И вот этот вот разгруппируем. То есть пускай объекты будут разгруппированы в этих двух векторах. Сохраним изменения. И здесь тоже. Проверяем, да? Разгруппированы. Все, теперь посмотрим, как скрипт со всем этим делом справится. Вызываем. Сколько у нас там файлов? В каждом по одной иконке. Файлов 25. Давайте сделаем набор 5 на 5. 5 на 5. Лень считать, да, сразу включаем автоматический подбор ширины отступа. По умолчанию тут стоит 0,3, 1,5, да. Оно обычно для большинства случаев подходит. Если что, настраивайте там уже по обстановке. Галочка гроб, да, вот то, что я имел в виду. Если у вас файлы для батча по одному объекту и они разгруппированы, то скрипт может их сгруппировать автоматически, но эту галочку нужно поставить. Нажимаем батч, выбираем наш файл. Не файл, выбираем нашу папку, вот она 0.1, нажимаем ОК. И вот он пошел открывать каждый файл из этой папочки. На кнопке тут видно прогресс нашей работы. Затем он копирует, соответственно, из каждого файла объекты, где они разгруппированы, он их сгруппирует предварительно, чтобы ничего не развалилось, и переносит в текущий файл, в котором мы запустили скрипт. И когда он это копирование и перенос закончит, он их расставит в соответствии с этими настройками. 5 на 5, да, вот уже он сделал нашу работу. Такой вот мы получили наборчик, да. И опять же здесь можно потом передвинуть, включить умное выравнивание, что-то там подровнять, изменить размеры, все это также работает. Единственное, что вот, да, наш крестик и замочек, который мы разгруппировали, оно все не развалилось, все нормально установилось в нужные позиции. Давайте еще на других примерах посмотрим батч. У нас тут есть папочка под номером 6. Здесь у нас в EPS-ках сложены, сейчас глянем, что тут. Сложены вот такие вот файлы. Тут объект, подпись и такой фон. То есть помимо исходных иконок, логотипов или там знаков, которые вы будете собирать набор, есть дополнительный элемент. На первый взгляд это может создать там трудности какие-то. Возникнет вопрос, как объяснить скрипту, что нужно брать, допустим, вот эту штуку, а фон и подпись не надо брать. Тут как бы, ну, не надо ничего скрипту объяснять, пускай берет все. Давайте посмотрим, сколько у нас файлов. 10 EPS-ок, и сейчас на эту папку, шестая папка, да, мы на нее натравим скрипт. То есть расставим ее там 5 на 2, допустим. Запускаем скрипт,
И здесь выберем две строчки, 5 колонок. Настройки автоматически, допустим, уберем. В данном случае поставим ширину объекта, пускай она будет 50 пикселей, а отступ 100. И оставляем группировку. Нажимаем Batch. Выбираем нашу папочку шестую. ОК. И он пошел работать. Заходит в каждый файл, который лежит в папке. Группирует там все, так как стоит гроб. И переносит в наш текущий документ, где был запущен скрипт. И мы получаем следующий результат. С размером я немножко промахнулся, они мелковаты, но сейчас мы все исправим. Помимо этого скопировались фоны и тексты, да? И все сгруппировано. То есть запускаем опять наш скрипт. И здесь просто проставляем размер побольше и отступ, я думаю, тоже побольше. То есть так уже лучше. Exit. А теперь нам осталось просто убрать наши фоны. Для этого мы убираем группировку, выцепляем их вот так вот и удаляем. Все. Остались у нас наши объекты и подписи. Подписи нам, допустим, тоже не особо нужны, мы их удаляем. Выделяем оставшиеся объекты, запускаем скрипт и выбираем размер, допустим, 150, отступ 100, go. Вот такие вот у нас получились элементы. Здесь exit. Сдвигаем одну линию вниз, уменьшаем artboard. И осталось тут написать какой-нибудь текст для более красивого оформления набора. Все. Посмотрим следующий файлик. Точнее, следующую папку. Здесь у нас 4 EPS-ки. И тут задача еще сложнее для скрипта. Здесь в каждой EPS-ке по 4 элемента, по 4 объекта и фон. И здесь как бы тоже возникает вопрос, как же скрипту с этим справиться, как ему разобраться, что брать, какие объекты брать, а какой, как бы, что фон не надо брать. Тут тоже не надо мудрствовать. Пускай он берет все из этих файлов, а только в связи с тем, что у нас в каждом файле по 4 объекта, они должны быть предварительно сгруппированы. Тут как бы я их сгруппировал в процессе работы. А фон, он будет взят как отдельный объект. То есть что мы берем? Вызываем скрипт. У нас там 4 файла, в каждом по 4 объекта. Это 16 элементов для набора. То есть их будет красиво расставить в 4 на 4. 4 на 4, 16. Параметры ширины и отступа, ну, пока не трогаем, потом с ними разберемся. Галочку гроб обязательно снимаем, потому что если он с ней будет заходить в файлы, то все 4 объекта и фончик сгруппируются вместе и будут взяты как одно целое. Нам это не надо. Нам нужно для каждого объекта в этом маленьком сете своя позиция. Нажимаем Batch. Это у нас была 7-я папка. Выбираем 7. ОК. И он пошел. Заходит в каждый файл и все, что он там может взять, отдельно расставляет. Вот он закончил. То есть каждый лейбл этот взял и фоны поставил в отдельной позиции. Ну ничего страшного, мы их просто все выделили и удалили. Теперь выделили все оставшиеся элементы, которые нам все-таки нужны. Снова запустили скрипт и нажали Go. Он пересобрал наш набор. Осталось только вот тут как бы из-за того, что высота объектов разная, немножко не стыкуется, ничего, ну, ничего страшного, мы подопустим и будет смотреться красиво. Все, готово. Вот такой вот интересный скрипт с очень широким функционалом, с большим количеством всяких фишечек. Возможно, даже в процессе работы вы какие-то для себя свои собственные читы найдете и придумаете, как его использовать еще удобнее, еще быстрее. То есть не факт, что вот мои решения, они самые хорошие. Вы можете практиковаться, экспериментировать. Как всегда, скрипт можно найти на сайте MyTools и приобрести всего лишь за 10 долларов.